Приветствую, дорогие друзья, с вами Геннадий Бабак. И если вам интересно узнать, как вы можете купить биткоины за гривну через любимый Приват 24 или за рубли в России, то это видео для вас. Сегодня расскажу о сервисе Local Bitcoins, который как раз и поможет нам с этими покупками. Во-первых, рекомендую всем зайти на мой сайт, это мой блог profitmania.ru. Здесь вы можете узнать о том, куда конкретно я инвестирую, какие стратегии применяю. И в частности, также я здесь написал статью о Local Bitcoins. Во-первых, для себя подсказка для записи этого видео. Во-вторых, вам будет немножко полегче. И здесь есть кнопки, как зарегистрироваться на сервисе Local Bitcoins. Есть также партнерская программа у них, так что, в общем-то, это очень интересно. Но перейдем, собственно, к сервису Local Bitcoins. Вот так он выглядит. И сразу что бросается в глаза. Ну, я это видео записываю из Украины. И, соответственно, здесь мне подставляют сразу же украинские варианты. Но сервис работает в 248 странах, включая Украину. Соответственно, вы можете, когда вы зарегистрируетесь, войдете, вам будут предложены ближайшие ваши как бы варианты, ваши банки, то есть если это Россия, то будут российские банки и так далее. В моем случае это украинские банки. И в частности меня интересует вот этот вот банк Privat24. Да? Значит, я неоднократно уже это делал, все естественно, так как я давно занимаюсь работой с биткоином. Но на что я хочу обратить ваше внимание, на что обращать внимание. Во-первых, вы сразу же видите ограничения, то есть минимумы, из которых начинают, и максимум, который человек может предложить, да. Вот, например, самый минимум от 1 гривны до 182 тысяч гривен человек готов продать вам биткоины, если вы хотите купить в рамках этой суммы, да? Обращайте также внимание на курс, конечно же, то есть в идеале это, чтобы вам здесь давали хороший курс, но также нужно обращать внимание на то, какое количество операций человек провел и нет ли каких-то там нареканий и так далее. Что имеется в виду? Первая цифра вот здесь – это количество операций. То есть человек осуществил более 500 продаж и у него 100% рейтинг. На самом деле маленьких рейтингов, там 50 и так далее, вы здесь не увидите. Просто по той простой причине, что сам сервис не позволяет мухлевать, грубо говоря. То есть это просто тупо невозможно. Сейчас я покажу, как осуществляется покупка. Итак, вот я нахожусь в своем личном кабинете. И сразу же говорю, что этот сервис очень хорошо также использовать и просто для хранения биткоинов. Здесь есть двухфакторная верификация, защита хорошая. Вы можете как бы здесь и хранить биткоины, отсюда переводить, заводить и так далее. Ну и, конечно же, покупать и даже продавать биткоины в том числе. Итак, как вы будете покупать биткоины, например, если бы это делал я? То есть я выбираю, вот, например, нравится мне этот Privat24, меня устраивает, например, курс. Ну, потому что здесь, видите, это перевод, да, это перевод, это не через Privat24, а мне интересен Privat24. Вот Игнат, например, более 3000 операций, 100% результативность, все хорошо, минимальная 700 гривен, все великолепно. Я хочу купить, нажимаю на кнопку Buy, и здесь сразу же у меня появляется форма. Я должен заполнить или в биткоинах, или в гривне, сколько я хочу купить. При этом надо помнить вот о том, что ограничения есть все-таки. То есть на 500 гривен я не куплю. Соответственно, если я хочу купить на 10 тысяч гривен, например, вот он мне показывает, сколько это будет в биткоинах по текущему курсу. Сразу же хочу сказать, что курс здесь очень и очень конкурентоспособный. То есть, если сравнивать, например, с другими сервисами, типа CoinMama международными, то там курс будет несколько выше. Поэтому в этом плане здесь нам тоже повезло с этим сервисом. Дальше, вот здесь вы пишете контактную информацию. Ну, собственно, это не обязательно, потому что все это снимется все равно с вашего аккаунта Local Bitcoins. Ну, я обычно пишу, что привет, хочу купить вот такую-то цифру в биткоинах, а вот и так далее. Вы нажимаете на отправить запрос на сделку, и, соответственно, вам придет сообщение от этого человека, от этого продавца. Это будет приватбанковская карта, куда вы должны перечислить деньги. После этого вы осуществляете перевод и пишите, что да, перевод осуществил, он проверяет и после этого переводит вам биткоины. Но все это делается с посредничеством
вот этой компании Local Bitcoins. Собственно, в этом ее такая как бы буферная страховка для нас с вами. То есть вы перечисляете не ему, в общем-то, а через вот этот сервис, грубо говоря. То же самое и он. Фактически каждый раз они контролируют перевод, что с вашей стороны, что с его стороны. То есть что получается? Он не получит деньги, пока вы не получите свои биткоины. И вы не получите свои биткоины, пока он не подтвердит, что получил ваши деньги. То есть все здесь сделано достаточно грамотно с этой стороны, с этой точки зрения. Вот, еще раз повторяю, что детали немножко вы можете почитать на блоге. И здесь просто жмете зарегистрироваться и регистрируете свой аккаунт. Также у вас, соответственно, эти деньги попадут на ваш кошелек вот сюда. Здесь после регистрации у вас появится свой биткоин-кошелек. Вы можете, опять же, отправить биткоины, вы можете получить биткоины. То есть, фактически, это полноценный сервис. Посмотреть ваши транзакции. Фактически, это и биткоин-кошелек, и возможность купить и продать биткоины. Так что, с учетом того, что курс очень конкурентоспособный, и самое главное, что меня привлекает в этом сервисе, что вы используете любимый свой банк, свою карту Visa или MasterCard своего банка. То есть фактически здесь будут указаны, ну, в 90% случаев вы найдете свой банк, если эта компания работает в вашей стране. Если эта компания в вашей стране не работает, да, то есть, или вы по какой-то причине не можете воспользоваться услугами этой компании, то я рекомендую вот обратиться на сервис CoinMama. Здесь у меня на ProfitMoney.ru также есть статья на этот сервис. Я в описании к этому видео обязательно эти ссылки дам на обе эти статьи. И вы можете купить тогда доллары через CoinMama. Это будет немножко дороже, но это гарантия результата. Там, правда, тоже надо будет проходить верификацию. Ну, в общем, немножко сложнее это все делается, но зато этот сервис очень мега надежен. Вот. Опять же, если у вас есть блог или вы занимаетесь маркетингом на канале YouTube, там или в интернете, на Фейсбуке, то программа Local Bitcoins дает вам также партнерскую программу, и вы можете вот получить такие баннеры, видите, здесь у меня на блоге. Вставлять их на свой блог, на свой сайт, рекламировать этот сайт и получать комиссию. Вот, я также размещу свою ссылку, то есть, если вы регистрируетесь по моей ссылке, я получу какой-то кусочек комиссии, мелочь, но приятно. Также еще раз повторяю, что если вам интересны программы пассивного дохода, которые проверены, ну, по крайней мере, лично мною, то, пожалуйста, первая страница profitmania.ru, и вот здесь я описываю, начиная там от 50-60 долларов, куда можно инвестировать средства. На самом деле, ребят, надо уже давно этим заниматься. Появились эти программы, многие из них работают больше года. Есть 2-3 программы, в которые, ну, реально можно инвестировать, получая 1% прибыли в день. Но самое главное даже не это. Главное, вот как CSI Edge, что я не просто получаю эти проценты, а я получаю возможность сделать rebuy, repurchase, то есть увеличивать свои возможности внутри программы за счет полученной прибыли, и это уже вводит на очень и очень серьезный уровень дохода в перспективе там нескольких лет, вплоть до тысяч, десятков тысяч и дальше доходов в месяц. Так что очень рекомендую вам начинать заниматься инвестициями в программы, приносящие пассивный доход. С вами был Геннадий Бабак. Все ссылки вы найдете в описании к этому видео. Всего хорошего.